Вот сейчас... Всем здравствуйте, меня зовут Вика Залецкая, мне 15 лет. Сегодня я играла в игру «Создать свой холдинг», и она давалась мне сначала очень тяжело, потому что, ну, у меня была профессия первоначальная, это водитель, экспедитор, и я сначала с моим напарником Сашей начали мы с ним вдвоем, потому что других напарников даже у нас и не было, все разделились на компании. И мы с ним захотели сделать магазинчик. Но потом по обстоятельствам он ушел в корпус, а я осталась одна. Ну, я думала, что я проиграю, потому что, ну, все-таки одна девочка и тянет успехом какой-то груз, чтобы создать компанию. И я начала как бы раскручивать магазинчик. Я постепенно начала его раскручивать по всем этапам. И потом получилось так, что Паша Серкиш, он тоже создал свою компанию радиотакси. И я решила, он подошел ко мне и говорит, давай мы вместе. Ну, и мы решили вместе, так как я подумала, что если у нас будут общие годовые, как бы, если сложить общие годовые доходы, то у нас будет больше, и мы потом можем разделить на двоих. Но потом пришли еще двое человек, и у них тоже была компания. Я подумала, что на троих еще будет больше, и у нас будет еще, мы будем играть в казино, там всякие игры, которые я очень люблю, понравились. Я 2 миллиона выиграла. Вот. Как-то так. Ну, и потом постепенно мы начали раскручивать свои компании, играть в игры. Купила 1000 акций, но все равно продала за 20, хотя купила за 35. Вот. Как назывался твой холдинг? Victoria Company. Ну, мне кажется, то, что Victoria Company — это очень хорошее название, потому что Виктория — это же победа, и компания должна побеждать всех. Ты сегодня победила? Да. Какие вы твои результаты? Мои результаты — то, что доход, да? Это получается не 5 525 000, а всего денег у нас получилось 27 525 000. Это по сколько на каждого? На каждого, сейчас скажу, по 6 800 000. И все, что мы должны разделить поровну, потому что, ну, каждый внес в компанию частичку как бы победы. Я считаю, что нету, кто больше, кто меньше. Каждый внес что-то свое. Может быть, один больше, может быть, меньше, но все работали равно. Отлично, большое тебе спасибо. Пожалуйста. Пока.